Короче говоря, везучий день. Я проснулась, решила поиграть с котом. Он укусил меня за нос. Отличное начало дня. Я встала. Пойти туда или туда? Окей, нет выбора, пойду делать уроки. Я села на стул, сделала русский, сделала математику, сделала английский и много всего другого. Я встала, я упала, я подвернула ногу, мне было больно. Я встала и хромая еще пошла к подоконнику. Там у меня был цветок. Почему же он замерз? Ой, и все, пойду лучше за стол. Села. Двойка? Откуда? Я обиделась. Мне стало скучно, и я пошла на кровать. Короче Уснула. говоря, невезучий день.